Итак, привет всем, с вами снова я, Зазепа. Да, сегодня у меня такое настроение, я хочу кого-нибудь поубивать на ПЗ Ауст в Джей. Поэтому погнали в бой. Погнали в бой. О, ровно 7-7-7. Значит, нам повезет. Да? Надеюсь, нас сейчас к четверкам не кинет. Хоть в Матильд каких-нибудь. Но... Нет, такая вероятность как бы есть, но как бы больше вероятности того, что нас нормально закинет. Так. Что там, 2-4? Ну, блин. Не повезло мне там в нескольких боях. Играл. На чем там играл? На КВ-2 играл. О, закинуло к Матильдам. Ну, хотя бы у нас Матильда, у них Т-28 трамвая. Только пробить можно, в принципе, на ура. Вот, ПЗ-Б2. Это еще надо попробовать, попытаться. Поедем сразу направо сейчас. Посмотрим, что там у нас получится. Танчик, конечно же, не особо быстрый, но... Ну, ему лучше там справа, чем слева. Что-то дверь хлопнула. От ветра. Четыре, три, два, один. Let's go. А, leap velos. Как же я мог забыть? Тихо, тихо, не спеша. Ёбаное окно! Надо закрыть его нафиг. Погода у нас сегодня ветреная. Тиакс. Я поеду вот так вот. Туда вниз спускаться уже не буду. Хай там попадаются. Сейчас стопудово там кого-нибудь встречу. Надеюсь, не ПЗ. Так, ну, в принципе, со мной рядом Б1 едет. Он будет у меня как отвлекающий маневр, то есть за ним буду прятаться. Потом, если что, надо будет его заклинчевать, если там пазик все-таки. Какая остатка. Блин, да у нас все красные. Серьезно. Как так можно сливаться, пацаны? Кстати, хотел бы обрадовать. А, возможно, у меня сегодня получится записать GTA 5, то есть поиграть в онлайне, то есть на компьютере. Она ж вышла у нас недавно, по-моему, позавчера или вчера. Не, позавчера вышла GTA-ха. Ну, будет как эксклюзив на моем канале. Спасибо моему одному хорошему очень другу, который мне предоставит, так сказать, доступ к этой игре. Посмотрим. Надеюсь, записью нормально потянет. Потому что мне оперативки, походу, не хватает. Не, мы его не достанем, АМХ-а. Ну и сейчас будем давить тут. Что-то подлагнуло как-то. Сейчас, пока мы доедем, у них уже полкоманды не будет. Хотя у нас... У них преимущество, короче. Ясно, быстренько откадышимся. Сейчас нам будет со 20-м лишить. Проблему. Ну, или так как-то. Ладно, поедем с этим и повоюем еще. Так, вот этот вот статист, его надо как-то... Да умри ты уже.
А! Садил все-таки. Ладно, подождем. Куда в камень там влетало? Или в домик? Вот не дают проехать нормально. Ясно, понятно. Доворачиваем. Убейся там. Танк у нас медленный, спешить некуда нам. Хотя надо было бы. Там ПЗ и медиум. Матильда наша стоит там чего-то. Чего она ждет, непонятно. Давай, лучонок, сбей. Хотя бы ты. Сейчас наша Матильда жалобу получит. Какая у нее статка? 43%. Ебаный бот. Короче. Бездействие бот. Ну, вы видите, что он делает. Это у нас такие топы. Купил себе Матильду, блин. Давай, лучонок, сбей. Ну, ёбушки, воробушки. Красавец просто. Ну, не моя вина, извините. Мова и БТ я тоже бы не успел это. Просто гарантированно. Да, хотел поубивать. В результате слили бой. Ладно, бывают такие рачки в рандоме. Такое случается. Погнали в следующий бой. Надеюсь, повезет побольше. Митингард. О! Сейчас разрулим ситуацию. У них ПТ-х много что-то. Аж 3 штуки. Ну, я имею в виду тех, которые в топе, которые меня пробьют. Хотя, в принципе, у меня Т-18 ты тоже можешь пробить. По обстоятельствам. Вот пичка сеть к их. А, пацан. Еще на капсе. Слушай, Илья, какая у тебя стата? Тебе даже не показывается. Ты явно твин, блин, создал недавно аккаунт. Ну, либо начинающий игрок. Не, ну то, что он создал недавно аккаунт, это и так понятно. А, ну, в принципе, это его головная боль. Нет, вообще, как бы, не должно волновать. В природе даже. А я здесь продавлю. Чё мне? О, у них уже один голубенький появился. Красавельчик просто. Едем напрямки. Шо нам? Так, минус один. Сейчас будет... Ну и куда ты лезешь? Ясно, понятно. Просто разбегается. Ну, ура. А вот ФЦМ это плохо. Не, ладно, не буду голду расстреливать попросту. Не хочется в минус уходить. Не, в минус я и так уйду. Уже голдой стреляю. Так хотя бы не такой большой минус будет.
Так. Да, ладно, воина мы уже не сделаем. Поехали хотя бы добьем троечку уже. Хотя навряд ли кто нам даст добить ее. Стоило мне все-таки на захвате стоять. Ну да. Ну, 4 фрага, 568 дамага. Неплохо. Отбили, короче, наше преимущество. Сейчас посмотрим результаты более подробно. Мы боец, огонь на поражение, костолом. Все как всегда. На втором месте. Так, на, лови. Ой, неспортивная. Какая у тебя статка? Артем. 45. 33 боя. Слушай, Артем, если так начинаешь играть в танки, то я тебе рекомендую сразу и закончить на этом. Либо играть нормально. Да, посливало все-таки 100 тысяч, надо будет потом подфармить. На плем-танке. А, что-то сегодня закидывает на этом серваке. Надо все-таки потом сменить. Ну, уже ладно, уже на записи доиграю на этом. Короче, такие же оранжевые. Даже красное дно. Явно не твинки. Пульс 48% побед за 2000 боев. Начинающие. Статистов нету. Чувак выполняет ЛБЗ. Там же вроде по идее сколько новые ЛБЗ добавят. Надо почитать когда. По-моему, там через месяц или нет. Где-то в мае примерно. А, 9 мая, да, по-моему, 9 мая хотят новый ЛБЗ вести и передачу там что-то. Может, какой-то танчик подарочный дадут на День Победы. Хотя почему дадут? Они всегда дают. А сейчас дадут тоже. Интересно, какой танчик там будет. Ну, опять рандом его заполонит, как тогда, помню, с ЛТП, по-моему, было. Так, ну давай. Был пацан и нет пацана. Ну что, я точно знаю, что выдадут точно советский танчик, а не немецкий. До 9 мая. Это стопудово. Какой-нибудь 3-го уровня. Или 2-го. Пополнить ангар, короче, и не кататься на нем никогда в жизни. Хотя, может, и нормально будет. Хе-хе-хе. Мой. Dust is mine. Так, Магдар. Чё скажешь умного сегодня? Ясно, блин. Я еще так подполз. Не, надо поджимать. Раз уж поехал, то надо уже ехать. А, не пробил его даже ни разу. Ты думал, я тебя просто так отпущу? Ну, как же без арты? Без арты вообще никак. Так, ну, этот разберется с трамваем, короче.
Ай, больно. Фух. Так, пушку нам починить уже не за что. Надо тащить. Грибана и Акта, блин. Ну и Разлётина. Чувак, походу, думает, что он самый умный. Офигеть! Так, испытатель. Летчик-испытатель поехал. Какая у тебя статка? Да ты желтый. В принципе, надо было сейчас М3 лучше убить. Что там наш делает, АМХ? Ясно, просто стоит. Так, ну этих двоих не видно. Ну, вообще, по хорошему счету, надо было подъехать. Так, а ЛТП что наш делает? Просто катается? А, тут-то я думаю, что меня бы Т7 пробило, аж голдой стрелял. Вот только сейчас заметил, на 22 года. Чего он аж делает ПТ вот? Он даже попасть не может. Давай, Акта, сними его. Странно. Поехал, кинул. Вообще все равно ему. Ой, ты собьешь? Красавчик. По БТ-7 лупани. По БТ-7, блин, лупани. О! Ну, хоть так. Я не знаю. Ну, тут слив, блин, по-любому. 40 секунд, я не думаю, что он успеет. Тем более, он едет сейчас через Матильду. Матильда его сейчас разберет. Не знаю, что сказать тут. Блин, 5 фрагов сделал. Команда дарей просто. Пацан, вот этот пацан сейчас просто ЛБЗ выполняет. По хорошему счету, ему надо сейчас жалобу дать, потому что... Ну нахрена он попер в раш, еще там поехал в объезд. Встал бы уже на захват. Бездействие, бот на тебе. Уж ни хрена не делаешь. Головой не думаешь, попасть не можешь. В упор там в рту попасть не мог. Это Су-26 на ходу, блин, артиллерия, и то лучше ближе попало, я не знаю, по нему. Хоть попало, но ближе. Все ЛБЗ выполняют. Прекрасно. Поражение. Спасибо. Здоровье называется. Эх, ну давайте, сейчас победа должна быть по-любому. тысяч, по-моему. О, прекрасно, как я и хотел, снизу топа. Вообще просто хотел и мечтал об этом. Опять сейчас голду свою расстреливать буду. Не, тут сервак, короче, менять надо, и потом идти там хотя бы до 80%. У них красный, в принципе, в топе. Так, М5 Стюарт и Валентайн, что-то, блин, желтые какие-то. А вот, тяни, это твинкарь. Тяни твинкарь, 59%. Воин Шаринга. тысяч боев, 45%. Ну, я смотрел того Валентайна, который катался. Ой, ясно все с ним. Там, я думаю, знаете что, скорее всего?
Выкупил аккаунт, может, у кого. Пацан. Потому что 27 тысяч 45% сделать. Это еще так умудриться надо. Не научиться за столько количества боев играть нормально. Давайте, поехали за мной. Так, первый. Так вот, твинка надо убить. Чтоб не твинковал больше. Так, еще двое. Мою копилочку. Надо этого забрать сначала. Тот никуда не денется. Ясно, понятно. Дали мне добрать его. Матильда вообще молодец. Поеду, что ли, с ЛТП разберусь. Хотя он, походу, сольется раньше. Неплохо. Не под таким углом. Не под таким углом, короче. Не, ну этого я не пробью. Идите вы в баню. Не, ну хотя можно попробовать залп дать. Посмотреть, как он пойдет. Он сейчас, в принципе, под углом находится. Ага, все. Давай поближе подъезжай. Сейчас бочинку от меня получишь. Ёбаный голдомет. Ну хотя бы победа. Странно, что я наш Валентайн выжил. Ладно, на этом, пожалуй, завершу серию, потому что GTA 5 устанавливать, и, в общем-то, может, даже ее и запишу. Так что спасибо, что смотрели, с вами был Зазепа, лайк, подписка обязательно, пока.